И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отлично настроение, сегодня мы играем в Roblox, режим у нас называется FNAF Sister Location, Димач, поздравайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы будем начинать режим новый, ну для нас, мы его раньше не видели, но сейчас будем все изучать. Димон, пошли. Здесь говорят очень много карт, только кто говорит? А, не, никто не говорит. Никто, пойдем. А куда ты пошел? Я думал, там он пиццерия сразу есть. Не, я хочу еще смотреть тут, как тут аниматроники. А ты можешь быстро бегать или нет? Нет, не могу. Смотри. Чем мы ходим, как обостранные? Ну ладно. Смотри, какие аниматроники тут есть. Да. Давай я возьму. Ой, я возьму вот этого электроб. Что ого, за электроб? Тут я здоровый. Смотрите, хвостяра у меня, конечно. А как закрыть? Open, close. L. Close, open. Я могу ночной режим включать даже, Димон. О, я могу себе это открывать лицо. Смотри. Я тоже. Офигеть. Как эта марионетка здесь стрёмная, как балерина, что ли? Так, вот тех мы уже всех посмотрели. Да, пошли, да? Пошли. Давай дальше. Мы так быстро ходим. Надписи какие-то, морф. Должны быть картинки. О, пополз какой-то тут. Чё так, прикольно лапами вперед. Анимация интересная. Лапки такие маленькие. Так, Dave and Old Spot. На жопе глаз. А, я не могу туда по... Ого, Димон, поехали на дорожках. Экскалатор. Быстрый обзор, аниматроник. Здесь у нас стоят эти аниматроники, здесь классный стед тоже здесь. А нет, проехали. Блин, не могу никуда зайти, что за говно. Так, поехали дальше. Здесь у нас классный... Да что у нас здесь? Fucking shit, бака, что у вас тут заглючило? Здесь у нас классные аниматроники стоят, здесь головы, здесь... Блин, ну вы увидели, да, все? Я не могу никуда зайти, пустите. Жлобы. Так, их покупать как-то надо. А ты куда уехал, назад, что ли? Да, все, я уже назад. Все, я еду к тебе. Давай. О, можно не нажимать, оно само тебя ведет. Класс, приехали. Вот, шоп, еще что-то. Пошли еще в шоп. Тут баблища будем где-то оставлять. О, продавец. У девочки нога костяная. Здравствуйте. Прикольно. Так. Смотри, здесь какой балун бой. Какой-то он тут веселый очень. А, можно паки покупать этих аниматроников. Пак аниматроников. А, они там закрытые, поэтому все сходится. Да, типа, когда ты их купишь, они потом эти штучки откроются. Так что пойдем. Будем зарабатывать монетки. Вот, Балора поехала. Поехала. Там кто-то кричит. Этот, интересный этот... режим, довольно-таки интересный. Столько людей играет, все веселятся. Это хорошо. Так, песенки давай. Поют. Ты как ускорился, что такое? На shift. Так, это в какой части мы... А чё я не ускоряюсь на shift? Так, давай, куда пойдем? Да давай отсюда и пойдем. Ого, здесь темно, Димончик. О, включай. Ого, у меня фонарь. Это не фонарь, это Димас, фоткать надо. А, прикольно сделано. Во-во-во, смотри, кто тут. Пошли, это отсюда вентиляцию нам надо. Боже, дай фонарик возьму все таки Так. Надеюсь, он за нами не пойдет. Не идет. Это настоящий Sister Location. Ребята, если вам нравится FNAF Sister Location, ставьте лайкосик. Посмотрим, сколько нас. Я даже сам себе поставлю. Че мы... Дай их током ударю разок. А, надо фонарик убрать с руки. Током бей. Во, бью. А че к нам аниматроник пришел? Иди отсюда. А, ну здесь. А, там никого нет. Ну а, загорается. Он улыбается. О, я вижу, я бью. Пугает нас. Пойдем отсюда от него. Пошли, да. Блин, классно, да, еще тут посмотрю. Я просто проходил оригинал. Сюда можно даже пройти, да? Ага, и сюда можно пройти. Давай сюда, тут ни разу не... А, не пускает, вот жлобы. Ты че задал? Как так можно? Да мне так нравится. Это типа диджейская установка? Да, диджейская. Пульт диджеевский, давай басов добавим немножечко. Давай. Ого, сзади тебя кто? Смотри на него, как он присел. Ого. Он стрёмный. Челик, ты чё такой страшный? Мы тебя не боимся. Ты нас бойся лучше. Коварно. Он когда ложится, мне кажется, у него мусорный пакет на голове, а тут хвост. Так, он не мешает пройти, толстяк, дай пройти. Вот смотри, а. Я, Димон, провалился сквозь карту. Я в небе, я сальтухи кручу и вертухи. Так, давай, короче, reset chapter, потому что я так буду вечно лететь. Я сейчас к тебе приду опять, Дима, жди. Иду к тебе.
пролезть бы еще хотел. О, пролез. Так, блин, тут такой бег быстрый, мне так нравится. А это с аниматрониками. Так, я уже знаю даже где ты, я сейчас тебе сразу приду, чтоб не лезть. Так, тут мы пролезли, здесь я был, вот сюда. А, вот ты. Да-да-да. Тэпнулся, молодец. Давай. Я сам в шоке. Так, это вы что, в жопе? Ну, у негра или нет? Что, конец карты, что ли? Да. Тут еще есть разные ФНАФы, Диман. Пойдем посмотрим. Не, сделано очень качественно. Классно сделано. Я вообще FNAF Sister Location первый раз вижу в Роблоксе. В таком исполнении. Я опять застрял, прыгай. Да что ж такое? Там, короче, доползи до того, куда можешь, а потом прыгни. Что за говно? Сядь и прыгни. Мне нравится, как я застрял, так нога на раскорячку легла. Погнали. С анимацией здесь небольшие проблемы, я вижу. О, пойдем к Scrap Baby. О, я стою, я хожу. Пойдем. Куда, куда? Scrap Baby. Пошли, пошли. Ну чё, как вы поживаете здесь? Привет. А игрок стал возле Scrap Baby. О, пошли сюда. Походу им ничего не мешает. О, я здесь не играл, я не помню это. Это что за пиццерия новая какая-то, да, Димас? Чё там? Это пиццерия 6 или 10? Я не знаю, только мне как-то... О, я могу пройтись теперь. О, лестница, вышка какая-то телевизионная. Чё-то такая запутанная пиццерия, круто. А чё там наверху? Полез. Давай ко мне. Иду. Тут вон вентилятор. Ой, это какой-то снайперка, что ли? Чё это такое? А я стоя хожу в вентиляции. А, это камера. О, Димас! Ой, Фокси, ты чё тут делаешь? Здорово! Блин, напугал меня. Старт за щифт. Страшный. О, Димона, камеры включил. Ну-ка, давай посмотрим. Оу, круто сделано. Только очень большие помехи, видно, через Wi-Fi плохо ловит. Кто-то бегает, очень стрёмно. Карта здоровенная. Давай, Димон, я мог тебе еще тпкнуться. Но я хочу FNAF 3 посмотреть. Ой, FNAF 4 там еще есть. Давай, я ресет нажал. Давай, 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 я бегу со всей силы, да, здесь очень быстро. Вот-вот-вот, заходи в ту табличку. Вот, FNAF 4, Димон. Ой, вокруг меня какие-то искорки. Пошел? Пошли. Go to FNAF 4 map. Телепортинг. Погнали, ребята. Кошмар. Подожди, аниматроники не разные везде стоят. Ничего себе, учили купал аж бедный. Головой ударился. Да, стрёмные чуваки. Они даже анимация у них какая-то есть. Угу. Хочу мангал взять. Подожди, а там какая-то еще была пиццерия? Смотри, Димас, вот это я стрёмный. Какой-то у тебя там недоросток сбоку. У меня их много. Ого, пиццерия здесь здоровая, ничего себе. Ничего. Давай себе с этого зала начнем, большого, да? Посмотрим. Давай отсюда. Залетай сюда. Ого, здесь кабаны. Давай, Димас, сваливаем, беги. А он нам ничего не сделает, давай изучать будем карту. Вот сюда идем. Как выбрать? О, открылось. А ну и что тут у нас? О, хотел сказать, Димон, найди стул по канону, а вот это ты стул. Нифига себе, Димас, подсади меня. О. Да, тебе и подсаживать не надо. Нормально. Пойдет. Какие мы телепузики какие-то маленькие. Да, мы какие-то вообще тут маленькие, все такое здоровое. О, пасхалочку нашел. Возвращаюсь, какую? Возвращаюсь, иду, иду, иду. Что там за пасхалочка? Это там мишка валяется. А, мишка. Такие ручки здесь крутые. Так. О, свет, давай включим свет. Чуть не работает, Дима. А ты не нажимаешь? Нажал. О, нажал. Ну, не работает. Только плохо работает, конечно. Аниматроники провода погрызли все. Так, это первый этаж, FNAF 4. Все, мы, Димас, мы сбежали, ура! А там была улица, и еще здесь помещение есть, кстати. Идем, давай, пройдемся. Давай, давай, еще посмотрим там. О, день настает. Привет. Еще и день ноль сделали, вообще респект. Я хочу на качельках покататься. Димон, смотри, вон еще пиццерия, идем туда. Не, нельзя. Бегу, 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 Димас. Догоню сейчас тебя. Так, здесь стоит Фредди. Может... О, здесь круто, Димон. Ну да, праздник у кого-то. Это как получается вот... мастерская. Так, туда нельзя зайти. Вот обманщики. Ладно, давай выходим отсюда. Там еще есть одно помещение. Так, подожди, это что у нас такое вообще? Это недоделанная пиццерия штука? Какая? Ребят, напишите в комментариях, какая это пиццерия. Ну, придумайте там название. Ну да, нулевая что ли? Пиццерия нулевая, да-да-да. С чего начиналось, Димас? Это заготовка такая. Так, давай попробую что-то купить. У меня 80 токенов есть. Ого, токенов? А у тебя тоже есть. Откуда у меня? Так, а у меня тоже 80.
Ого, здесь куча всего есть. Мне даже интересно, что же мне выпало. Так, я фердюшку взял. Так, только сюда какого, могу я зайти? Так и не понял. Нет. Буду сейчас за все две... Вот, Димон, я могу зайти сюда, ты не можешь. Так тебе и надо. А ты, блин! Вот, а вот мой баг. Ого, я кабан. Ого, вот это я кабан. Смотри, какой вообще. Вот это кабанидзе. Смотри, Димас, кто я. Ты че такой жирный? Смотри, как, когда я прыгаю, что я делаю, смотри. А, я когда прыгаю, у меня голова, Димон, слаживается. Смотри на меня. Я еще такого не видел, это реально смешно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!